Большие пчелы вот лесные. Ох, они, наверное, меду тащат. Здоровые такие. Так, ладно, ухожу я, что-то один какой-то возле меня крутится. Он козлик ходит, рыжий, рыжий. Пробую поближе подойти. Взмок. Едем быстро, торопимся. В общем, сейчас попробую, если до леса не успеет дойти, поглядеть, что у него дорожки. Козлик лег. Солнце уже село, сейчас быстро вообще стемнеет. В общем, 3 отростка у него. Рога так себе, так для интереса. Пройду сейчас еще попробую. И от игрушки у меня сейчас это вытащено. Пищалка. В нее попробую попищать. Как на нее среагирует, на мой манок. Все, ни в какую не реагирует. Гон, похоже, рановато у них в этом году раньше начался, и уже пик закончился. Хотя вот видел последний раз, козы с козлами были, и поодиночке все, но вообще не реагируют. Даже козы идет, посмотрит и дальше идет. Меня услышал, наверное. Услышал, ага. Вот так размером-то он здоровенный, рыжий, рыжий. Сейчас уже некоторые начинают вылинивать. Рожки у него хоть и небольшие, но смотрятся красиво. С одной стороны по одному у нее звучание, с другой по другому. Как будто вроде и интересуется звуком, и в то же время смотрит мимо меня. Сзади у меня ворон там привязанный. Может, на ворона? Может, ворон отвязался, уже пошел. Не хочет, к
Когда сам не хочет, я сразу достаю вот этот свой. Опять лег. Сейчас попробуем другое звучание сделать. Я ему надоем. Не вижу, где он лег. Вон он лежит, короче, не хочет он реагировать. Сейчас мы будем на его психику действовать. Ему вообще до лампочки. Эх, ладно, пусть лежит. В общем, координаты я его у себя в голове пометил. Пусть лежит. Поедем мы дальше, пока не стемнело. Нам еще долго ехать. В общем, подошел сезон. Вот такой вот езжу на разведку. Земля свежа, вычищена, вроде следы есть. А вот с этого угла край паутинки. Непонятно. Так, здесь тоже большая часть норы паутиной. Так, ну а вот эта свежая нора однозначно. Та тоже с паутиной. Подстилка заготовлена. С того угла нагреблена. Четвертая, наверное, нора, на которую заезжаю. Сейчас две было, не заснял с коня. Неохота было слазить. Там причем пол норы. Пол входа заткнуто, ну, перекрыто, по крайней мере. То, что заткнуто, перекрыто. Так, это тоже важно. Ни одной паутинки нету. Ни одной паутинки. Так, эти в паутине. Все в паутине, отморков много. У меня нету столько возможностей. А все отнорки. Ну вот это хорошая. Она мне нравится. Так что так. Вот тут, видимо, нора живая была. Ну, вот это вот выделяется, даже земля вычищена. В общем, вот в этом где-то месте это туда идет, та сюда же идет в угол. Пол норы, ой, пол бугра живого. Вот так вот этот лист начинает желтеть.
вовсю уже на березках. Ночью уже первые минусовые заморозки у нас. Причем как-то мне кажется рановато. Еду по молодняку, там в начале старые заломы. Осинные, наверное, были, а свежих я так, в общем, еще нигде и не видел. 9 сентября сегодня, по-моему. Едем домой, домой с Вороном. Ездили мы по делам. Сейчас возвращаемся. Косуль днем вообще почти не вижу. Ну вот так вот, когда не рано утром или не поздно вечером, вообще нету. Или лежат так крепко, или ходят где-то не там, где обычно. Эх, ворон без меня пошел. Сел я обратно на него. Лисичка где-то за молодняк вышла. Добавляю, но ее тут уже не догнать.